don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd. I got this, I roll out, I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now, call in, you fall out. Take hostage, the pros now. Всем добрый день, у нас сегодня на тесте Chevrolet Blazer 98 года. Полный привод, 4,3 литра, V6. Также сюда еще устанавливался двигатель 2.2, но он скучный, унылый, он эту массу не тянет, и он был просто с задним приводом. Подвеска, спереди у нас торсионы стоят, амортизаторы, подходят они сюда также от Нивы. В принципе, всю машину, если постараться, можно собрать из вазовских и из газовских запчастей. Конструкция рамная, сзади установлены рессоры и полноценный мост. Проблемами являются в этих машинах шруса, которые ломаются периодически. Но это если на ней жоговой, там ездить всякие, там не знаю, говно лазить, тогда да, могут накрыться. Если в обычной гражданской эксплуатации, то в принципе все живет очень долго. Изначально машину... Точнее, не машину, а все агрегаты конструировали под Chevrolet Tahoe. Ну, потом стали делать это, точнее, ставить все это и на Blazer. И ресурс у них увеличивается, потому что масса Blazer немного поменьше, чем на Tahoe. Машина собиралась как в Америке, так еще и в России. В России была агрегатная сборка в Елабуге. Кузов у ней оцинкованный, двойная оцинковка, по крайней мере, так в мануалах написано. И вот здесь вот у хозяина этой машины скол уже давнишний, он не ржавеет. Все больные места — это арки колес, потом внутренние части арок. Они со временем начинают гнить. Ну, во-первых, пескоструй, камни летят, все это отшибается. Но здесь уже все обработано и не представляет никакой, скажем так, угрозы для кузова в целом. По тормозам. Вот с тормозами здесь, ну не сказать бы, что проблема, но если тормоза не обслуженные, то они эту массу плохо держат. Сзади стоят барабаны, спереди у нас дисковые тормоза, и как раз вот здесь вот не совсем все обслужено как надо, и надо тормозить заранее, чтобы не сгребсти впереди идущие машины. Да? Все правильно. В салоне мы видим обычный американский стиль, все сделано топорно, обрублено топором, но в этом есть какая-то своя определенная практичность. Машины как бы здесь не делились на какие-то определенные комплектации, потому что они делаются для людей. Здесь фактически все есть уже изначально. Здесь у нас есть кондиционер, потом вот этот щиток, где включается полный привод. К сожалению, в России он особо долго не живет, потому что все думают, что это прям такие кнопки, на которые надо сильно нажимать, и вот здесь уже кнопку продавили, к сожалению. А так, если в целом все сделано гармонично. Вот здесь вот здоровенные кнопки для включения света, чтобы не промазать. И вообще все элементы управления такие здоровые, ну, соответствуют размеру автомобиля. Полный электростеклопакет, электрическая настройка зеркал заднего вида, автомат, подлокотник. Да все здесь в принципе есть. Кожаные сиденья с электрорегулировкой. В задней части также места очень много. Сиденья складываются, образуя ровный пол, фактически ровный. То есть здесь, если вы какой-нибудь путешественник, то можно спокойно разложить кровать и выспаться, и не надо будет тратить деньги там на мотели, отели, на всю остальную ерунду. Так, ладно, сложим, не будет. Два человека убираются здесь, короче. Ну это же хорошо. Слушай, кожа ведь не перешивалась, все осталось родное. Родное. 20 лет кожи, и она как новенькая. Ну да, смотри, все четко. А место вообще здесь как для пассажира? Ну, единственное то, что он рамный, то есть здесь каких-то утоплений нет под ноги. Они немножко задраны. Ну, это вообще такая ерунда. Заднего подголовника нет. А, вот, да, проблема еще с заднего подголовника. Точно. Я что-то даже не заметил сначала. Смотри, подстаканники есть для каждого пассажира. Блин. Маленькие пепельницы. Ты видел, да? Смотри, для маленьких гномов, чтоб курили маленькие сигаретки. Блин. Закрывание дверей. Вот же для людей делали. Нет бы там у нас в России такие же машины собирали в то время.
А у нас только сейчас Ладу Весту придумали. И то еще сырая наполовину. Ну так в целом все четко. Понятное дело, что за 20 лет уже он немножко подизносился, но в целом все живое, ничего там не отваливается, не отлетает по дороге. То есть это является большим плюсом. Ценники на эти автомобили начинаются за живые экземпляры где-то от 200 тысяч рублей и кончаются где-то в районе полумиллиона. Конечно, есть и завышенные, где там 600-700 тысяч, но мне кажется, этих годов такие машины просто не стоят этих денег. Можно уже что-то взять посвежее. Здоровенный плафон здесь установлен. Две лампочки для задних пассажиров. Центральный. Потом всякие полезности есть. Вот такие ящички. Здесь отсечник. Вот это, к сожалению, я не знаю, для чего надо. Вообще создана вот эта вот фигня. Нигде не нашел информации. Кто в курсе, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. И вот для водителя и для пассажира отдельно тоже светильнички есть. Также здесь бортовой компьютер, показывается температура. Ну, в общем, все здесь есть. Что еще можно сказать? В задней части, сейчас я прям сразу назад пересяду. Кстати, вот здесь можно увидеть следы боевых действий на этом автомобиле. Хозяин еще не помыл. Знаешь, что открыто, найти еще надо. Под капотом V6 4,3 литра, 180 лошадиных сил. Вот это чудо. Все как бы сделано четко. Генератор сверху, так что можно вброд залазить на нем. Это, кстати, вы тоже увидите. Мы уже экспериментировали в этом плане. Машина себя показала очень достойно. Единственное, чего здесь не хватает, это блокировки заднего дифференциала. К сожалению, ее здесь нет. Но это было бы огромным плюсом. На этих машинах можно было бы выступать уже в более таких серьезных дисциплинах по оффроуду. Ну, хотя некоторые заморачиваются, делают. Ну, Роман не из таких, да? У меня все по лайту. Кстати, вот ход подвески. Он достаточно мягкий на дороге, этот автомобиль. Нивские амортизаторы дают о себе знать. Он теперь болтается. Я думаю, на родных бы было все совсем по-другому. Родные умерли за 20 лет уже. Ну, понятное дело, что они умерли. Но сам факт, то, что от него подошли. Никаких соплей, нет никаких тут масляных потеков. Единственное, вон, пластмасска сломана под релюшки. Заделан тряпкой все просто, чтобы... Это мешок. Какая что за палка? Новость. Он что, из говна и палок сделан? Да, мы обнаружили... палки, тряпки. В общем, здесь какой-то ремонт был уже собственноручный. То есть здесь на саморезы посадили, заклеили непонятной бумагой. В общем, что-то здесь уже нахреначили. Это уже лишнее, мне кажется. По кочкам проедь чуть-чуть, прям хотя бы почувствуем, как работает сейчас, подвеска. Сейчас почувствуем. А, да, вот сейчас смотри, кочка будет здоровая. Ну, он плывет, в общем, у него нет такого, что там трясется, да, подкидывает, бьет тебя головой об потолок. Все потихонечку, по мягонькому. Машина тяжелая сама по себе. Тонна 700. Тонна 700? Неплохо еще. Но для его массы, конечно, движка хватает прям за глаза. А вот 2.2 он, наверное, здесь вообще бы не ехал. Да, 2.2 и задний привод просто только. Там вообще смысла от этой машины нет. Она так чисто для города. Городская. Да, и на дачу доехать, где небольшие волны. Который раз свечусь, видимо. Ну и что? Это же хорошо. Ну не, все проглатывает, вообще здорово. Да, небольшие гермыхалки в салоне из-за того, что уже все устарело. Ну конечно.
все можно довести до ума. Пластмасса просто рассохлась. И то, даже смотри, с учетом того, что пластмасса рассохлась, все целое. Кстати, бардачок здесь интересно открывается на машине сверху. Точнее, не как вот здесь у всех снизу он, а находится вот в этом положении. Вот здесь сеточка под воздуховод. Чуть язык не прикусил. Пепельница. Ну, короче, стандартный набор любого автомобиля, ничего нового. Только сделано в своем стиле, в американском. 98-е года уже все было. То, что у нас же стеклоподъемники допы ставят. Стеклоподъемники допы? Ну, в наших машинах. Здесь все, сразу полный электропакет в 98-м году. А что у нас было в 98-м году? У нас? Ничего. Ничего у нас не было в 98-м году. Пассажир, тебе вообще как там едете? Нормально. Хватает места? Как в сауне. В сауне? Телок по бокам не хватает только. Покажи ощущения свои, как тебе вообще машина. Тачка четкая. Четкая? Едет она? Едет очень хорошо. Из минусов что отметишь? Плавает по дороге немного, потому что вес большой. Автомат немножко. Подпинывает? Да, немножечко. Но это тоже масло, надо это масло замену уже требует. И в двигателе тоже масло замену требует. Но это все в процессе сделается, так что тачка будет вообще наваливать. Минусом, наверное, отметить надо то, что она ест почти двадцатку по городу. Да, нормально, в принципе. Ну, расход сейчас... какой? Ну, двадцатка, да, по городу двадцатка. А по у тебя 17-14 ест. Ну, мне... По трассе у меня 13 она где-то, не больше. Гнилушка, потому что там... Ну, 13 литров где-то по трассе, да, она хавает. Немного, так особо не расходуется. Если все еще систему топливную почистить, все нормально сделать, там будет вообще... То есть надо сделать одно большое ТО. Да. И машина будет себя чувствовать. Да, да, да. Живенько, достойно. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Блейзер пошел ходом. Напоминаю, у Блейзера, а я его хорошо как. Блейзер вообще идет как ледокол. Давай, 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 давай.